Итак, ребят, привет. Попробуем сделать первый заброс. Сейчас поеду снимать для вас недвижимость. Ну и пока есть время, как раз хочу протестировать микрофон. Посмотреть, что получится. И посмотрим, что же у нас по факту. Ну и воблеры протестируем, куда же без этого. Снимаю на камеру на GoPro. Ой, на GoPro, на Osmo. Посмотрим, что получится. Обычно, если с первого это заброса нет, то ничего и не будет. Правильно? О, оказывается, как мало. Смотри, раз, и все. И уже, оказывается, нет. Вот. Как мало здесь помещается. Вот, у меня помещается, как мало, оказывается. Угу. Да. Хотя там больше, наверное, и не надо. Ну, сегодня никто и не плескается, если честно. Ладно, пару раз заброшу и пойду. Вот она. Ну, хоть не с пустыми руками, уже хорошо. Правильно же? Ну что, еще одна. Неудобно снимать. Ну, маленькая. Маленькая, прям маленькая. Вот она. Прям маленькая. Вот, прям карандашик. Держи, давай. Блин, ну нельзя с этой камеры, ну зачем я? А, красную штучку сожрала, смотри. Офигеть. Ну это хорошая блеста, здоровая. Да, знаю. Да. Блин, ну что я с этой камерой-то заморочился, ё-моё. Просто равномерная такая проводка. Да-да-да. Рыбаки меня поймут. Вот она. Какая здоровая, ребят. Смотрите. Офигенная. Сейчас я точно упущу. Офигеть, какая рыбина. Обалдеть. Вот, сейчас еще одну поймал. Большую, вот эту самую. И вот это самая большая, офигенная, смотрите, обалдеть какая.